Расстраиваться. Здесь есть новый эпизод. Но не. Почему они не пропадают? О, уже пропали. Большая серия. Ну, что? Угу. Я ей выслала фотографию, ту, что мы вчера писали с тобой, помнишь? Аня, в тебе температура. Треба мірять температуру, давай. Зараз підеш горло полоскати, добре? Пока нічого це не їж, пополощиш горло, потім будеш їсти. Добре, доці? Да. Давай, давай, до поповідки. О, ні. Ну, мне не мам, пожалуйста, молчи. Ну, все, будет репорт этому мультику. Все, удаляет этот мультик. Все, больше, не, мне лучше остановиться, это было плохое слово слышно. Теперь этот репорт будет. На ютубе этот мультик хороший, удалят все за плохое слово. Ну вот. А если удалят, очень плохо будет. Все теперь будут не рады, все будут дизлайкать это видео. Это же хорошее видео, ведь. Я не хочу, чтобы вы дизлайкали, это хороший мультик. Нет дизлайкам. Нет дизлайкам. Как же мне это надоело. Нет дизлайкам. Нет дизлайкам. Во. Все, поняли? А я думала...
А если будут дизлайки, это будет нехорошо, ведь мне хочется, чтобы вы посмотрели серию и не было дизлайков, а то будет очень плохо. Это хорошая серия, просто озвучка. Когда я записываю, то озвучка, мне хочется, чтобы ни одного плохого слова не было слышно, а было слышно. Это вообще плохо. Значит, нет с дизлайком, есть лайком и не репорт.